На этих кадрах видно, что в розничной сети с гречкой не все в порядке. Дешевой гречки нет. Покупателям предлагают 900-граммовую пачку за 45 рублей. Зато есть элитное премиум качество по цене 85 рублей за все тот же неполный килограмм. А ведь совсем недавно ядрица в магазинах стоила всего 27 рублей.